Всем привет! Сегодня мы посетим Братиславу. Братислава – столица Словакии, расположена на реке Дунай, в предгорьях Малых Карпат, недалеко от границ Австрии и Венгрии. Город окружен виноградниками, вокруг него проходит много пеших и велосипедных лесных маршрутов. Старый город 18 века является пешеходной зоной. Он славится оживленными барами и кафе. На вершине холма стоит воссозданный из руин замок Братиславский Гран, с которого и открывается вид на старый город и Дунай. Братислава – крупнейший город страны. Он расположен на юго-западной границе Словакии, в пограничном треугольнике с Австрией и Венгрией, что делает его единственной столицей в мире, которая граничит более чем с одной соседней страной. Приблизительно в 55 километрах по прямой Братислава и Вена имеют наименьшее расстояние между двумя европейскими столицами, за исключением Ватикана, который находится в пределах Рима. Будучи политическим, культурным и экономическим центром страны, Братислава является резиденцией правительства Словакии и местом расположения нескольких университетов, музеев, театров и других экономических, культурных и научных учреждений. История города была сформирована многочисленными этническими группами и культурами с разным весом, такими как кельты, римляне, немцы, авары, мадьяры, евреи и словаки. На протяжении всей своей истории Братислава была одним из важнейших экономических и административных центров Великой Моравии, Венгерского королевства, также в рамках Австрийской монархии или Австро-Венгрии и Чехословакии. Символ города – Братиславский град. На гербе изображен вымышленный замок с тремя башнями. Thank you.
Вот это большой отверг, что бывает крит. Блин, акула. Кого? Гор? Да. Где написано ты Хексе? Знаешь, что есть Хексе? Thank you.